Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды, конечно же, мы с вами забираем. Так, $90 и 23 PvP очка. Кстати, у нас 456 баксов в общей сложности, этого мало. Нужно 500 для того, чтобы я смог себе купить 100 телепортов. Да, к сожалению, придется еще немножко поелозить. Так, ну что, забираем здесь реворд. Пройти одну серию испытаний мы сделали. Давайте посмотрим, что нам выпадет сейчас в колоде. А ну-ка, 50 мутагена, кольцо крутости плюс 1, 40 пиццы, 70 сюриков и крип. Так, ДНК на крип, да, значит, выпало? Хорошо, забираем еще раз ревард и поднимаем уровень персонажа. И, кстати, сегодня мы, ребята, поищем, наверное... Так, у нас сколько там? 7, если не ошибаюсь, было телепортов. Так, где у меня морозильная кошка? Вот, ребята, морозильная кошка, давайте попробуем найти. Так, одну ДНК нашли. Давай второе. Во. Кстати, когда я втихаря играл... Во, ребята. 3 из 3. Третья попытка удачная. То, что мне выпало третья ДНК на морозильную кошку, ребята, у меня было тоже, когда я играл буквально недавно за кадром. У меня 3 попытки были удачные. Так, ну что же, давайте тогда мы еще, знаете, на кого поищем, ребята? На Макмана. Потому что Макман у нас переведен, да? В ранг, и на него можно тоже найти ДНК. Это, естественно, мне все подсказывают подписчики. Я это, ребята, сам забываю на самом деле. Так, ну что, 2 попытки удачные, 1 нет. Сколько? 3 отката, ребят, всего лишь остается у меня, 3 телепорта. И мне придется, наверное, их все сюда спустить. Ну-ка. Так, отличненько. Но, ребят, по-моему, я не выполнил все задания, да? Там еще надо будет, наверное, сколько? Сразиться в 3 сложных режимах. Ага, сразиться в 10 боях в режиме кампании. Понятно, значит, будем делать так. Например, давайте посмотрим, кто у нас тут что. Кстати, Леонардо, ребята, я прокачал до 83 уровня, если кто не заметил. Навыки. Крис Брэдфорд. Что у тебя можно... Можно было бы, в принципе, ребят, вот это вот поискать, да? Рекламная пауза. То есть, вот эту вот газировку, которую он рекламирует. Хорошо, давай попробуем с вами, ну, один бой как-нибудь быстренько... А, нет, подожди-ка, вру. Ребят, мы можем с вами сделать вот так вот. Фиг с ним, заплатим $150, но зато не будем здесь мозги ни себе, ни вам компенсировать. Поэтому давайте быстренько продолжим. Так, тут мы все с вами нашли? Все ДНК на Макмана. Там было 6 попыток. 6 попыточек, да, по-моему, у нас тут все выполнено. Слушай, ну тогда остается лишь... А давайте лучше на Бакстера Стокмана. Я думаю, что на него будет нам выгоднее. Так, и мы хотели с вами... Тут у нас все по 6, здесь 5. Так, ага, эти ящики с инструментами нам нужно найти. 10 штучек. Ну, сейчас я, конечно, 10 штук искать не буду, потому что у меня наверняка не хватит пиццы. Но задание главное выполним. Так, давай-ка заберем ревард. Ну и в конце концов нам остается лишь поднять уровень персонажа. 12 тысяч мутагена у нас есть. И мы можем, например, наверное, Микеланджело, да. 64 уровень он у нас зарабатывает. 8880 у нас сюрикенов. Так же как 2683 мутагена. Но этого мало на самом деле. И забираем остатки роскоши. И давай посмотрим, ребята, что у нас происходит на турнире. Сбросили, да, ребята, меня сбросили, как вы видите, на Лигу Сёгунов, 2 звезды. И я в 33-м ранге, но, в принципе, думаю, что мы можем с вами быстренько также залететь обратно. Филипп против нас. И начнем мы нашу старую комбу, это Леонардо, с более-более мелкими персонажами. Начнем даже, наверное, мы с вами вот такой вот комбинации. Только сюда надо будет еще взять... кого-нибудь из достойных. А это у нас будет... это будет Змейка Вьюн. Как думаете, у нас по инициативе все прокатит или нет? Я почему-то очень сильно боюсь за вот этого вот мутагеноида. Мне, наверное, кажется, надо взять нам... Давайте вот так вот возьмем. Микеланджело. Да, он тоже 40 уровня, но все-таки 45 на 5 левелов больше получается. Поэтому будет, наверное, живучий. Так, вертушка, наша любимая. Смотрите, как начинается, все неплохо. И я надеюсь, Змейка Вьюн сейчас добьет их, все.
тут у нас изи, изи-каточка получилась. Но мы не расслабляемся, ребята. Мы с вами двигаемся дальше. Погнали. Так. Сёгун, нам нужно в 3 звезды, и потом еще попробовать добраться до мастера. Довольно быстро нас сбрасывают, как я вот погляжу. Но это, ребят, моя вина, потому что из-за работы я не могу здесь частенько поиграть. Поэтому так вот все это происходит. Ну что, давай, тут 57 уровень, самый максимальный. Нам нельзя здесь оплошать, и поэтому я, наверное, возьму... Я, наверное, возьму Бакстера Стокмана. Будем надеяться, что он сходит вторым после Леонардо по инициативе. Ну что, погнали. Так, вначале вертушка, естественно. А испытания у нас с вами, по-моему, все пройдены, да? Тихо! Так, ладно, хорошо, что он хил решил сделать. Ну-ка, сколько эти кретины отнимут? Ну, слабовато. Так, либо волну, либо маузеров. Что будем? У нас что это, что это, что в уровне. Давай, наверное, волну. Там хотя бы постепенный урон вешается. Отлично. Так, Усаги. Ну-ка, давай-ка попробуем своего бибопа разобрать. Упс, не вышло, хотя он так умер. Ну, а здесь? Здесь прокатит или нет? Да, ребята, кунаичи сильно, однако. Ну что же, отлично. Здесь у нас тоже все, как говорится, идеально прошло. Никто не погиб, и мы с вами получаем полный бонус. Тогда двигаемся дальше. Ёлки-палки, мы не можем перейти в Сёгун 3 звезды. Что за ересь, а? Почему так происходит? И персонажи-то уже, смотрите, на самом деле, золотые ранги одни пошли, причем прокачанные по фулочке. А у меня персонажей все меньше и меньше, скажем, боем. Так, ну, предположим, я вот этих вот, наверное, ребятулик уже отыграть-то по полной программе не смогу. 58 уровень, кто мне может здесь помочь? Зэк, ну давайте попробуем сыграть через Зэка. Зэк бросит бомбочку, да? Лео вертушку, главное, чтобы инициатива не подвела нас. Так, проверка. И сработало замедление. Но оно, ребят, видите, как-то рандомно срабатывает. Всего на 2 персонажей. Упс, вот это печалька. Ну-ка, Микки, давай попробуй. Попробуй пробить их. Ты обязан это сделать. Нет, ребята, нифигашечки не получается. Упс, это же очень и очень опасно. Ну-ка, если мы вот так вот сделаем. Есть, хотя бы здесь сработало. Интересно, Леонардо сможет пробить волной? Может быть, лучше просто ударом сделать? Давай удар просто сделаем. Потому что от волны он мог бы выжить на самом деле. Она не особо прокачанная у меня. Отлично, что могу сказать? Просто великолепно, я сам этого не ждал, ребята. Мы перебрались с вами на Сёгун 3 звезды, 94-я позиция, но это очень низкий ранг, ребята. Нам подниматься еще надо, ой-ой-ой, как долго. Так, что у нас тут? Концетта или Сантека? Фиг его знает, ребят. Давай попробуем, значит, сыграть таким вот образом. Так, тут 59 уровень. Вот этих возьмем, ребятулик. Хотя зря, наверное, я это делаю. И отыграть у меня не получится. По полной программе свою роль сегодняшнюю здесь, отведенную мне. Блин. Как быть? Рокзара брать? Ладно, хорошо, давай возьмем Рокзара. 60-е уровни против меня. Естественно, Рокзара мы ставим в провокацию. Ну а вот дальше как пойдет, я не знаю, серьезно говорю. Так, пошли кунаи. Тут у него морозильная кошка, ребята. Это хиллер. Нам нужно ее как-то ликвидировать. Давай попробуем вертушку именно с нее начать. Так, отлично, найсово. И остается Микеланджело, которого мы, ребят, с вами добиваем карайкой змеей. Ну что же, нормуль, в принципе, я могу сказать. Единственное, что, конечно, мы с вами истеребили Рокзара. То есть мы его использовали. Посмотрим, сколько мы с вами получим. 82-я позиция. То есть это за каждый бой по десяточке у нас получается, да? Приблизительно так. Возьмем тогда мы с вами Пейпер. Хотя тут больше бонуса, но, ребята, здесь противник послабее, 56-55 уровень. Я думаю, что лучше с ним драться. Безопаснее, по крайней мере, это будет. Возьмем, давайте, с вами Микеланджело, Ваньку Стиранка, а уже под него Шархана и... Давай, наверное, Хана возьмем, на всякий случай. Посмотрим, посмотрим, как у нас пройдет это дело. Так, ну что, Лео, ты готов? А... Майки, конечно, давайте мы сделаем с вами танцпол. Естественно, это в первую очередь. Нам это необходимо. Так, теперь вертушка. Тут у нас кто? Эйприл, да? Эйприл. Мы ее убираем, чтобы она не хиллера. Не хиллера. Не хилила. Так, и выстреливаем. Так, Шархан, ты что-то не особо хорош сегодня у нас.
Немножечко мажешь. Так, да хорош тебе, толстопуз. Ты решил похиляться? Нет, ребята, он решил просто повесить на себя иммунитет. Выеживается еще. Ну что, я думаю, что вот это будет ихняя смерть. Последнее слово. Да, ребята, Ванька Стиранка не подвел. Но меня расстраивает, что персонажей у меня больше нету. У меня кто остался? Там Рафаэль только, да, и Железная Голова. Не знаю, как мы будем сейчас с ними тут выеживаться. И 70-я позиция. Ну, я как и говорю, каждый бой, ребята, по 10 очков нам дает. Не очень найсово. Так, давай, наверное, возьмем Андрюху в этот раз. Последний откат берем от Леонардо. Раз, два. Подожди, раз, два. Вот так, наверное, лучше, да? А эти у меня так и не отыграли свою роль-то. Угу, паршивенько получается все. Кстати, Железная Голова тоже может, ребята, здесь не успеть в инициативу, по инициативе вставить провокацию. Потому что, черт подери, потому что слабые персонажи у нас. Давай мы, наверное, вот так вот уберем. А вот так вот поставим. Так все-таки больше вариантов, что выживут они хоть как-нибудь. Давай проверим, кто у нас тут. Бакстер Стокман. Делаем это все с вертухана. Так, упал только Мондагека. Этот у нас снимает баф все. Но у него ничего не висит. Этот хилюр, как же он меня напрягает, а, ребята, вот все время он лезет не вовремя. Что нам сделать сейчас? Пока нечего, просто будем плеваться. Так, бомбанем и посмотрим, упадут или нет. Воу-воу-воу-воу, тихо. А если вот так вот сделаем? Ага. Слушай, ну вот это уже неплохой вариант, ребята. Все-таки Армагон, хоть Бакстера Стокмана, но уложил, несмотря на то, что он слабенький. И, скорее всего, у нас сейчас с вами будет самый последний бой. Но он будет заведомо уже, наверное, проигрышным, потому что у нас здесь только лишь Рафаэль из сильных персонажей. Но Рафаэль, я сомневаюсь, что, ребят, сможет взять на себя такую большую ношу, даже несмотря, что он 81 уровня. Так, раз, два. И последнего возьмем. Это кто у нас будет? Может быть, нам лучше взять Шреддера, потому что у него висят хил все-таки. Хотя у нас Кирби здесь висит. Нет, я все-таки возьму Шреддера. В общем, это будет у нас заключительная битва. И посмотрим, как она у нас пройдет. Ну-ка. Елки-палки, ребята, вы видите, да, у него инициатива больше. Начинает он. И это плохо, на самом деле. Так, защиту дополнительную себе поставим. Не знаю, поможет она нам или нет. И, естественно, встаем в провокацию. Так, теперь ждем. Начинается, короче, атака. Ну, тебе, парень, хана сейчас будет. Да уж, хана, смотри, сколько мы отнимаем здоровья. Оу, а вот это вот. Вот это вот я и боялся, ребят. Так, интересно, мы успеем с вами, например, отхилиться? Кто еще у нас имеет массовую атаку? Да не все имеют практически, да? Так, нам нужно дожить до отхила. Да, давай, Шреддер, хиль. О, отлично. Так, и попробуем теперь массовую атаку. Но она вообще здесь ни о чем будет, смотрите. Никакого, ребята, урона. Давай еще, наверное, похиляемся маленечко с вами. Так, и придется, да, ребята, через провокацию работать. Опа, 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 что ты делаешь, парень? Что ты делаешь? Он даже не попал, ты представляешь, Шреддер? Так, ликвидируем, наверное, вот этого парня, да? Ваньку Стиранка, он здесь нам не нужен. Блин, даже не смогли добить. Господи. До чего мы с вами ослабили. Так, и теперь, наверное, Рафаэля все-таки. Давай вторую атаку. Не пробил, к сожалению, он его. Так, этот в инвиз уходит. Давай, скрывайся, мне все равно. Вот теперь тебе хана, Рафаэль. Так, надо нам, наверное, с кого начать. Со Шреддера. У него меткость, ребята, повышенная. Так, кричим. Все не то, абсолютно не то, ребята. Так, это что у нас? Критический удар, да? Так, Шреддер, тебе минус. Теперь давай, наверное, Доника добьем. И остается этого ханорика, которого у нас... Подожди, не понял. Как он выжил-то? Мимо? Подожди-ка, а почему мимо, ребята? За счет вот этого уклонения мы не можем его пробить. Все, по-моему, сейчас кому-то будет кирдык. Ребят, смотрите, у меня 51 уровень, 45 уровень у Шреддера. Есть, хотя бы так сделали. И остается нам добить. Мимо. Кто бы сомневался-то, а? Да елки ты палки, ну серьезно, что ли? Давай попробуем так, через супер удар. Мажем, ты прикинь, сейчас кто-то упадет. Толпа крыс или хомяков пока живут.
Да ладно, этого быть не может. Да посмотри, мы не можем по нему попасть. Он 61 уровня, и мы не можем его уложить. Да что за бред-то? Вот, наконец-то. Фух. Выжили у меня ребята все-таки все. Но это было очень напряженно. Так, ладно, какая там? 40-я позиция, наверное, будет, да? 46-я, ребят. Ну, все, в принципе, на этом заканчиваем пока. Так, дай-ка я забегу в магазин и посмотрю, что у меня тут по предметам получается. Так, 53 очков, да, у меня ПВП. Ничего не могу абсолютно приобрести. Здесь 610. Кстати, вот здесь вот можно. Что нам нужно? А нужно нам, знаете что, вот это. Да, я хочу Донателло видение открыть себе. Ну что же, еще буквально 3 ДНК. Не 3, а на самом деле 4 нужно. И тогда все будет тип-топ. Но я думаю, что за это время мы где-нибудь с вами одно-то ДНК наберем. О, супер шреддер. А вот это уже меня радует. Так, лишь бы мне дали нормальных бойцов, и тогда будет все тип-топ. Ну-ка посмотрим. Да, конечно. Ну, в принципе, ребята, Рафаэль и Леонардо вдвоем, они, кстати, многого стоят вдвоем-то. Ну, вот если бы еще мне дали, например, бы Криса Брэдфорда, да, было бы вообще замечательно. Ну что же, погнали. Я думаю, тут даже не стоит танцульки всякие врубать, потому что мы его и так сейчас забомбим здесь, потому что он изи. Так, переходим на вторую волну. Ага, вот он и Супер Шреддер. Поехали к разбору полетов. Так, оп, Армагоша его бомбанул. Ать. Так, ослабили ему атаку. Ну что ты врубаешь свой этот отхил? Он тебе мгновенное исцеление. Да, конечно. Ты, по-моему, даже не успеешь, парень, отхилиться. Ну что же, первый Шреддер был легкий. Ну, это понятное дело. Посмотрим, до какой волны мы с вами сможем добраться. Главное, что мы с вами получаем, да, 2 ДНК на Шреддера. Так, здесь у нас что? Здесь то же самое, только 50 уровень. Я не знаю, давайте уберем, наверное, отсюда Сплинтера на всякий случай и попробуем без него. Я не хочу, чтобы он упал здесь. Фармить, естественно, ребята, я эти уровни не смогу, хотя очень хотелось бы, из-за того, что нет у меня телепортов, ребят. А так бы, естественно, бы мы все это дело прошуршали. Фу, с удара. Так, волна вторая, это у нас уже Супер Шреддер. Ну, давай просто бомбанем его, наверное. Так, Армагоша. Что, в кого ты стреляешь? В Армагона, да? Нет, в Леонардо. Это, кстати, ты зря, парень, придумал. Ты думаешь, что ты так сможешь что-то сделать? Сейчас ты просто упадешь у нас. Да ёпросы ты, что ты живучий-то такой? Так, третья у нас волна. И кто? Посмотрим. Опять Супер Шреддер. Ладно. Этот у нас должен якобы быть посильнее, да? Сейчас что-то придумает. Вертушку не стоит тратить, я думаю, здесь. Так, ага, ага. Нажимает на свой этот, я не знаю, талисман или что там у него в груди. И типа будет отхиливаться теперь, да? Каждый свой ход он будет, ребята, отхиливаться. В кого бомбим? Опять в Леонардо. Почему он, ребят, в Леонардо все бомбит? Как заклятого врага своего, что ли? Ну, у него уже вроде бы как Сплинтер был заклятый враг. Да, у него все враги. Он никого никогда не любил. Ну что же, отлично. Давайте теперь перейдем на следующую волну и посмотрим, ребята. Так, еще 2 ДНК на Шреддера. А вот тут уже, по-моему, будет разыгрываться Супер Шреддер. Поэтому мы с вами убираем вот этого паренька. Не знаю, стоит ли нам здесь оставлять Микеланджело. Единственное, за счет чего он сможет здесь выжить, только за счет уворота. В другом случае, я думаю, ему будет кирдык. Мы проверим сейчас это. Ну, сами видите, да, как он массово бомбит. Давайте сделаем, наверное, с вами танцпол. Может быть, уклонение как-то нам здесь поможет. И начнем потихонечку его пробивать. Угу, неплохо. Меткость у него пониженная. И мы идем на кто? Ага, Супер Шреддер. Так, что он сейчас придумает? В Микеланджело он собирается, естественно, ребят, бомбить. Я его понимаю, почему он это делает. Он так запрограммирован на слабого бойца. Так, ну-ка. Ой, какая у нас слабенькая, ребят, с вами атака. Но у него есть масуха, об этом не стоит забывать. Поэтому он может уложить. Так, Рафаэль, давай бомби. А нам нужно, ребята, в этот момент похиляться. Чуть-чуть хотя бы, да? Чтобы выстоять. Потому что он может суператаку врубить, и все, и будет фиаско. Так, постепенное исцеление он поставил. Давай-ка мы его, наверное, по чуть-чуть будем бомбить. Да хорош.
В кого? А, это масса у нас. Ну все, ребята, здесь ему, я думаю, хердык будет. Смотрите. Сейчас Леонардо только сделает удар. Да что ж такое, ребята, у него, блин, как будто у него какая-то броня активирована. У него, я понимаю, конечно, что есть этот постепенка, все. Но не настолько же, а? Это уже перебор. Так. Он отхиливает себе здоровье ровно столько, сколько мы у него отнимаем. Ну, да елки-палки, хотел сказать, на, получи. Так, Микеланджело, стой, пожалуйста, на месте, не надо падать. Е. Так, ну что же, где наш там супер-пупер-шреддер? Так. Упс. Так, он его вызвал, да, типа, реанимировал. Так, я уже, честно говоря, и забыл, что он делает. Давненько мы со Шреддером не дрались. Да хорош тут уже выеживаться-то. Что ты тут закривлялся? Сейчас он будет, по-моему, трупаками бросаться, да? Или я чего-то путаю? Ну-ка. Ага, постепенно урон на него повесили. Так, исцеление, я, наверное, думаю, не будем с вами здесь применять, пока нет смысла в этом. О! Так, будет трупаками бросаться. Естественно, а кто бы сомневался, что он именно в Микеланджело бросит. Нисколечко даже не сомневался, ребят. Ну что, сдохнешь, гад? Так. Да доставался. Все, ребята, его, короче, в преисподнюю обратно и забрали. Одним словом, мы с вами прошли. И сколько мы получим с вами там? Две ДНК, да? Две ДНК на супер-шреддера? Или же нет? Или, опять же, да, ребята, супер-шреддер, три ДНК нам достается. Жаль, конечно, что не на три звезды. Можно было бы маленечко, ребят, пошуршать. А давай попробуем сюда зайти. Это, наверное, смерти подобно, 70 уровня разбирать втроем. А давай поехали, попробуем. Кстати, можно тот уровень перепройти вдвоем. То есть на Рафаэля и на Леонардо. Ну-ка посмотрим, ребят. Пока терпимо, да? Давай супер танец наш забабахаем. И через уклонение уже будем здесь действовать. Так, ай, зря, конечно же зря, ребят, этот удар пролетел просто в никуда. Ну, начинаем мы с вами с, так, массовая атака. Фух, уклонение все-таки, ребят, срабатывает. Периодически, но срабатывает, так. Микеланджело, почему так слабо бомбишь, а? Должен бомбить, я не знаю, но он, правда, 63 уровня. Если бы был бы 80-го, толку бы от него, конечно же, было бы здесь намного, ребята, больше. Так, давай попробуем так вот, через постепенку, может, пробьем его. Слушай, солидно. Так, что он там? Ага, массовая атака. Ух, как влепил-то, посмотри. Давай, наверное, мы с вами хильнемся на всякий случай. Я уж не буду здесь ничего изобретать. И бомбанем. Давай просто удар сделаем. Не будем тратить с вами супер-вертушку. Ать, выживи. Выжил. Отобьем? Не смогли. Хорош, сейчас, ребята, Микеланджело упадет у меня. Подожди, пока он еще жив. Давай так сделаем. Да чтоб тебя, а, разорвало на тысячу кусочков. Нет у меня ничего такого, ребят. О, воу, Микеланджело сам за себя постоял. Вот это круто. Ну что же, мы опять к этому приходим, супер-шреддеру, который реанимируется. Давай, вызывай своего охламона. Че, промотать это нельзя никак, да? Я понимаю. Ну, давай посмотрим. Вызвал такой довольный и сам, главное, в тень ушел. Такой, да? Безобразный, уродливый супер-пупер-шреддер. Так, естественно, Микеланджело минус. Это в первую очередь, что он делает, я заметил. Ага. Так, и погнали. Попробуем разобрать, ребята, его. Слушай, неплохо бомбим. Но у него офигенная инициатива, наверное, будет сейчас. Так, Рафаэль, ты не стой на месте. Воу, а почему так слабо? Почему так слабо? Ребята, он стакует, а нас, видите, минус защиту, минус броню. Точнее, даже не защиту и броню, а атаку. Ну-ка, сколько вертушка отнимает? Слабо. Слабо. Вау, Лео, ты остался у меня один, а он сейчас на тебя... Что это он делает? Что он там делает? Ага, бонусы мне все снял, да? Ну-ка, блин, мне не хватает, ребята, вот этого вот удара с вертушки. Промазал, что ли? Фух. Ну-ка, давай еще разок. Блин, Лео, где у тебя этот супер... Вот, ребята, минус броня. И сейчас еще минус атака, да? Или нет? Оу! Нет, мы его не пройдем. К сожалению, ребят. Эть, не хватило совсем-совсем чуть-чуть. Господи, совсем-совсем чуть-чуть не хватило. Я не знаю. В принципе, можно попробовать, ребята, перепройти.
Все равно нам пока делать нечего больше, да? Давайте мы вот здесь вот обменяем. Пока нам делать здесь нечего. А если посмотреть, у Леонардо вот этот вот удар можно еще улучшить? Можно. Что для этого нужно? Для этого нужно знаки. Слушай, я попробую, ребята, сейчас получить эти дорожные знаки автомобильные. Прокачать ему вот этот вот удар с вертушки. Не массовый, который идет, а одиночный. И бомбануть этого Шреддера именно через этот удар. Там, видели, совсем чуть-чуть нам не хватало. Вообще, микрач. Так. Там 7 знаков нам, да, не хватало, по-моему, если не ошибаюсь. Давай-ка посмотрим, все ли я накопил или нет. Да, ребята, все накопил. И будем именно вот это улучшать. 5-я ступень. Угу. Увеличивает силу атаки на 150%. Вот это уже совсем другой разговор. Все. И поехали. В очередной, ребята, бой. Испытание. Так, погоди-ка, а что у нас вот здесь вот, в платиновом? Может быть, что хорошенькое дадут? Давай проверим. 70-е уровни врагов. Мне дают только лишь одного зэка на 75-го уровня. Нет, не справимся мы с вами. Не получится. Вот это вот обидно. Так, и, ребят, я попробую вот этот вот уровень пройти без... без Микеланджело. Подтянем, нет? Вот это мне интересно. Но я хочу рискнуть. Потому что если мы его пройдем, сможем немножко даже пофармить. Так. Начинается, короче, да, у него. Я не буду тратить вот этот вот удар на вертушку, да? Мы его с вами перебережем уже на последнего. Сейчас попробуем с вами продержаться как-нибудь. Конечно, с Микеланджело, который у нас именно на уклонение идет, да? С ним здоровски, потому что он у нас еще как и хиллер идет. То есть дополнительное исцеление нам никогда не помешает. Елки-палки, он меня замедлил, ребята, по скорости. По скорости он меня замедлил. Так, опять массовая атака. Елки-палки, Леонардо уже практически на пределе у нас. Давай так, бомбанем. Да что ж такое, у него обычный удар очень слабый, у Леонардо. Просто ни о чем. Так, ну что же, опять Супер Шреддер у нас здесь. Он сразу вешает на себя постепенное исцеление. Замечательно просто. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Попытаемся постепенку повесить на него. О-оу. Блин, вот бы мне такое, да, ребят, постепенное исцеление повесить бы. Было бы вообще замечательно. Так, поехали. Рафаэля, наверное, я сейчас, ребята, поставлю, если успеем, в провокацию. Оу! Оу! Постепенный, ребята, урон повесил он на меня. Слушай, как-то паршивенько у нас тут все идет, на самом деле. Ты посмотри, мы не можем, ребята, его пробить просто-напросто. Смотри, что он делает. Он постепенно себе отхиливает здоровье. То, что я практически у него отнял. Ну, я не знаю. Давай так, может быть, сделаем. Как-то усилим себя или что? Успокойся ты, Шреддер. Так. Вот он так, ребята, и провоцирует меня, чтобы я использовал все суперудары. Понимаете? Чтобы мы с вами здесь могли проиграть. Ну-ка. Ну, хотя бы так. Блин, жалко Рафаэль. Ребята, наверное, у нас он может упасть. Ну, последний удар сделаем или нет? Да что ты будешь со своей вот этой суператакой это делать, а? Ну, бам, да нет. О, за Леонардо принялся. Слушай, ребят, почему-то без Микеланджело тут у нас намного хуже идет. И как мы сейчас этого будем Ханорика бомбить? Ха! Как ты скажешь мне его пробить? Вот это вот. Да хорош ты уже, понятно, что ты вызываешь. А давай сюда Супер Шреддера мне. Это даже не Супер Шреддер, это Шреддер Зомби, я бы так назвал его. Ну что, 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 вылез, все, все, доволен. Естественно, сейчас, ребята, один бросок в в Рафаэля, да, и он упадет. А он у него стопудово сделает бросок, смотри. Чепушило, а. Ты посмотри, как неплохо бомбим, ребята, с вами, с этого удара. Вау. Да ладно. Слушай, вообще, вообще ни о чем. Ты прикинь, просто два раза бросил и все, и мы с вами рассыпались. Твою же маковку. Хорошо, давай попробуем через Микеланджело. 64 уровень. Его бы хотя бы до 70-го поднять. Наверное, было бы нам намного попроще. Ну что же, через уклонение опять же придется. И хил, естественно, нам в помощь. По-другому нельзя. Так, поехали. Уклонение. Так, и...
Сколько восполняется, ребят, вот этот вот удар? Три хода, понятно, давай. Ага. Сразу же практически, ребята, его накатили. Двигаемся дальше, у нас вторая волна. Такой же охламон будет нас встречать. Да успокойся так. В кого? Микеланджело, да? Естественно, в него он метит. Так, попробуем вот это вот яйцо пасхальное бросить. Такой урон ничтожный. И просто будем, в конце концов, его бомбить. Так. Как вариант, мы можем просто усилить с вами команду. Без провокации пока. Так, отлично. Поехали, будем бомбить. Сняли с него защиту. Так, массовая атака. Промахнись. Нет, не промахнулся, к сожалению. Но зато, ребята, у него меткость понижена. Это шанс на промахи очень большой. Ну что? Так. Ага, видишь, о чем я говорил тебе? Так, двойную атаку не будешь делать? Нет, не будет, ребята. А ты не добьешь, да? Тоже не добивает. Не забываем, что у нас есть, ребята, еще подхил. Ну, смотри, тут нормуль. У ворота, конечно, нету. И я боюсь, сейчас Микеланджело получит сейчас трупаком по морде и сразу же отдуплится. Если, конечно, мы не успеем поставить провокацию на Рафаэля. Давай, вызывай своего этого гнилозубого, пускай выходит, пускай тут танцует. Это такой довольно рыжет там. Так, у него инициатива большая очень. Очень большая. То есть он делает по два хода за раз, в отличие от нас. Так, ну что, я думаю, хильнуться, может быть. Давай захиляемся. Так. И теперь... Оу. Теперь вот так вот сделаем, скорее всего. Так, мы с вами пришли к нему с повышенной атакой, и этот первый удар был именно повышенный. Так, секунду, секунду, бонус снят, истощение, это все понятно. Мне нужно... Ребят, мне бы, конечно, хотелось бы поставить провокацию, потому что... Вот, вот так вот сделаем. Пускай он бросает в Рафаэля вот эти трупы, а мы с вами... А мы с вами пока хильнемся. Во, отлично отхильнулись. Так, давай, бомби. Второй раз, нет? Второй раз не будешь бросать? Будет, будет. Так, и теперь главное нам простоять, продержаться. Оу, танцпол накопился. Вот это уже круто, ребята. Уклонение. Замечательно. И супер вертушка от Леонардо. Так, ребята, осталось лишь его добить, пробить. Ну. Постепенно убьет. Слушай, ребята, мы прошли его на 3 звезды. Соответственно, я могу пофармить этот этап. Мне нравится, когда вот так вот получается все. Но тяжело с ним. Вот тот уровень следующий, да, если мы пойдем. Вряд ли у нас так получится пройти его быстро и безболезненно. Шляпа с напитками. Угу. Ну что, рискнем, ребят? Вдруг что-нибудь... Ну, конечно, нам карточка студенческая Эйприл выпадает. Ну, 6 осколков, ладно, фиг с ним. Да, господи, ну что вы так... Дайте мне... Так, тигриный коготь, в принципе, неплохо, ребята. Ага, все, на этом сыр у меня закончился. Блин, ну я хотел вот это вот достать. Слушай, а сколько у нас вообще ДНК на супер шреддера? Дайте-ка я посмотрю это дело все. 36, ребята, 36, то есть, ну чуть-чуть. Да нет, в принципе, ребят, половина, половина того, что нам нужно. В общем, нам еще с вами копить и копить до посинения. Так, секунду, что-то я тут заметил. Или мне показалось. Так, ну что, ближайший у нас кто, ребята, появляется? Это Донателло, да? Видение. И Микеланджело классический. Потом, вот смотрите, кролики идут. Ну, а потом все остальные. Фух, ну что, будем на этом с вами закругляться, да? Всем большое спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что удачи и до новых скорых видосиков.